Добрый день, дорогие слушатели! Сегодня наша тема – Островский как основоположник русского национального театра. Вклад Александра Николаевича Островского в историю развития русской драматургии, сценического искусства и всей отечественной культуры и литературы трудно переоценить. Он сделал очень много для развития русской драматургии. Пьесы Островского отражали и обличали проблемы своего времени и общества. Деспотизм, эгоизм, карьеризм правящих сословий и сопротивление им их жертв, людей труда и нужды. В этой борьбе драматург стремился опереться в борьбе за народные интересы на национальные героико-патриотические традиции прошлого. В своем творчестве Островский много раз обращался к русскому фольклору. И сегодня мы с вами разберем творчество этого выдающегося драматурга. Сегодня мы с вами рассмотрим следующие вопросы. Островский – основоположник русского театра. Творчество Островского и его особенности. Элементы фольклора в пьесах Островского. Социально-психологический характер драматургии Островского. Роль женщин в пьесах Островского. А также мы рассмотрим следующие пьесы Островского. «Доходное место», «Свои люди сочтемся», «Бедность не порок» и «Беспреданница». У нас есть свой русский национальный театр. Александр Николаевич Островский был великим драматургом, который непрерывно работал почти 40 лет, чтобы поднять русскую драматургию на высокий уровень. Отмечая 35-летие служения русской драматургии, известный русский писатель и критик Гончаров обратился к Островскому с такой речью. «Литературе вы принесли в дар целую библиотеку художественных произведений. Для сцены создали свой особый мир. Но только после вас мы, русские, можем с радостью сказать, у нас есть свой русский национальный театр». Новые задачи драматургов. В середине XIX века в области русской драматургии происходит процесс демократизации. С увеличением грамотности растет также интерес к литературе и театру. Разночинцы и даже купечество проявляют интерес к литературе. Обыкновенные люди притягивались к театральным представлениям. В результате этого нужно было драматургам обратиться к бытовым темам, чтобы зрители могли найти отражение своих жизненных проблем, надежд и чаяний в театре. Как глубокий мыслитель, Островский знал, что перед ним стоит задача поднять эстетический уровень драматургии, а также нравственный уровень зрителей. Островский и его творчество. Творчество Александра Николаевича Островского охватывает широкий круг деятельности, связанный с театром. Он сочинял пьесы, переводил лучшие пьесы в мировой драматургии. Драматург постоянно держал связь с актерами и постановщиками своих пьес. Кроме того, Островский был председателем
общество русских драматических писателей и оперных композиторов, который был организован в 1874 году совместно с другими драматургами. Островский боролся за демократизацию русского театра, за улучшение художественности русской драматургии. Все его устремления были направлены на создание крепкой основы русского национального театра. Его либеральные и демократические взгляды совпадали со взглядами просветителей. Но он не был непосредственно связан с деятельностью революционных демократов. Однако Островский через свои пьесы боролся против феодальной отсталости, старых пережитков и суеверий. В своих произведениях он выступал против феодальной эксплуатации и стремился наметить путь народного пробуждения. Наследие Островского. Наследие Островского в русской драматургии является огромным. Его репертуар пьес является впечатляющим. Всего драматург создал 54 пьесы. Таким образом, Островский создал свой театральный мир. В этих пьесах действуют тысячи персонажей из разных социальных слоев русского общества. Его пьесы отличаются художественным своеобразием широкого охвата и масштаба драмы. Так, в его драматических произведениях драматический элемент совмещается с эпической масштабностью. Действия в его пьесах развиваются медленно. Образы раскрываются с глубокой проникновенностью. Каждая сцена изображается как реальная картина жизни. Элементы фольклора в творчестве Островского. Кроме этого, Островский придает народный характер своим пьесам с привнесением фольклорного элемента. Фольклорный элемент преобладает в его пьесах. Так, уникальная пьеса «Снегурочка» имеет волшебно-сказочные черты. Эта пьеса выступает лучшим примером применения фольклорного элемента в сочетании с драматическим элементом. Драматург вводит фольклорные сказки для того, чтобы придать народный характер в его пьесах, как, например, в пьесе «Не было гроша, а вдруг Алтын». Московское купечество в пьесах Островского. Другой особенностью пьес Островского выступает широкий показ жизни московского купечества. Никто из писателей не мог раскрыть жизнь купеческой среды так многосторонне, как Островский. Он уделяет огромное внимание на особенности купеческого быта и образа жизни Замоскворечья. Островский в своих пьесах обличает культурную отсталость купечества. Кроме этого, драматург показывает грубость, темноту, самодурство богатых. Купечество и дворянство настаивали на сохранении отсталости феодального строя. Так в пьесах Островского раскрывается столкновение двух противоположных сил. Изменения в общественной жизни пореформенного периода России. Островский ощущал изменения в общественной жизни пореформенного периода России. Он показывает новые типы богатых купцов, которые превосходят старых хищников и самодуров в эксплуатации бедных. Многие помещики, которые не могли приспособиться к новому строю, разорялись, в то время как некоторые из них
которые сумели приспособиться к новому времени, становились циничными. Драматург также изображает людей скромных, зависимых, честных, искренних и кротких, которые боролись по-своему против отсталости феодального строя. Пьеса «Свои люди, сочтемся». Создание пьесы «Свои люди, сочтемся» обеспечил литературный успех и известность Островскому. В пьесе драматург отражает широкую картину жизни купеческой среды и развитие русского купечества. В пьесе «Свои люди, сочтемся» выявляются характерные черты купеческого общества, такие как ловкое шарлатанство и расчетливость. Более этого, автор раскрывает комедийную сторону этих явлений. Пьеса Островского основана на интриге. В основе пьесы показано, как крупный и богатый купец Большов, желая перехитрить всех, оглашает себя банкротом, так как не хотел расплачиваться с долгами. Его мошенничество обличает плут нового времени, его приказчик Подхалюзин, планировавший жениться на дочери хозяина. В результате Большов попадает в тюрьму, а Подхалюзин становится обладателем богатства своего хозяина. В образе Подхалюзина автор изображает шустрого подхалима, который отличается ловкостью и хамелеонством. Драматург показывает три поколения плутовских купцов. Это Большов, Подхалюзин и Тишка. Будучи еще мальчиком, Тишка уже начал красть деньги. В пьесе предполагается, как в будущем Тишка начнет обманывать хозяина, отстранит Подхалюзина. Большой умелостью нарисован образ Липочки, ее смешная образованность, своеволие, сообразительность и корыстность делают ее образ интересным и ярким. Драматург раскрывает не только живые образы, но и характерные черты купеческой среды. Развязка пьесы охватывает очень широкий круг персонажей, хотя не все из них прямо связаны с главным сюжетом пьесы. Особенность сюжета заключается в круговороте событий. В начале пьесы господствует Большов, его отстраняет Подхалюзин, и пьеса намекает на Тишку, который в будущем заменит Подхалюзина. В пьесе чувствуется колоритность общественной среды. Экспрессивность и выразительность языка персонажей являются преимуществом пьесы, что, несомненно, раскрывает мастерство драматурга. Успех пьесы «Свои люди, сочтемся». Пьеса «Свои люди, сочтемся» имела огромный успех среди зрителей. Но цензура запретила пьесу. Преданность Островского к театру ведет к более упорной деятельности в области драматургии. Он создает один за другим пьесы, такие как «Ни в свои сани не садись», «Бедность не порок», «Бедная невеста», «Не так живи, как хочется» и так далее. Народная тема в пьесе «Бедность не порок». Автор пьесы охватывает народную тему. В пьесе «Бедность не порок» Островский изображает купеческую среду, в которой господствует произвол и цинизм. Эти отрицательные черты получают свое воплощение в образе фабриканта Коршунова. Герой изображен как беспощадный угнетатель, который замучил жену.
В образе Коршунова одновременно уживаются эгоист и развратник. Другой персонаж пьесы, Гордей Торсов, находится под его отрицательным влиянием. Образ Коршунова в пьесе «Бедность не порок». Таким образом, в образе Коршунова воплощен типичный самодур, который держит под постоянным страхом домашних и членов семьи. Он жесток и беспощаден в отношении своих родственников. В его образе выявляется высокомерность и показано, как он ненавидит простых людей. Более этого, в пьесе изображено, как Коршунов только поверхностно следует западной культуре, а на самом деле он остается невежественным купцом. Островский сатирически изображает смешное подражание французской культуры среди богатых купцов. Новое поколение в образе Торцова. Новое поколение представлено в образе Любима Торцова из пьесы «Бедность не порок». Герой обличает мир таких самодуров и деспотов, как Коршунов. Драматург показывает конфликт между старым поколением, которое защищает феодальный строй, и новым поколением, которое старается создать свою жизнь по-новому. Островский относится к этому поколению с большим сочувствием. Фольклор и богатство народной жизни. Наряду с отрицательными персонажами драматург сумел создать образ положительного героя Любима и раскрывает в его характере близкую связь с народной жизнью. Островский очень умело использует элемент фольклора в изображении народной жизни. Он был одним из первых драматургов, кто ввел в драматургию такое многообразие фольклорных элементов, как обряды, пляски, игры и песни. Драматург старается показать богатство русского быта, на которое многие не обращали особого внимания. Так, положительные образы в пьесе ценят поэзию народной жизни. Любовь и единство. Для Островского очень важным является духовный мир русского народа, который связан с христианским учением о любви и единстве. Любовь играет очень важную роль в раскрытии сюжета пьесы. Настоящая любовь объединяет любовь Гордеевну с Митей, приказчиком Любима. Хотя Гордей Торцов и Коршунов стараются испортить эту любовь, и их жизнь, однако, в пьесе побеждает настоящая и искренняя любовь, и в конце восторжествовала любовь. Торжество богатой русской народной культуры. В конце пьесы показано, как для Гордея Торцова и его брата Любима Веяния начинается новая жизнь на новой основе. Несмотря на очень тяжелую и трудную жизнь, Любим сумел сохранить нравственные качества. Его протест против несправедливости делает образ этого героя правдивым. Изображение нового героя с положительными качествами является новаторством драматурга. Островский в своей пьесе утверждает торжество богатой русской народной культуры. Пьеса «Доходное место». В пьесе «Доходное место» Островский раскрывает мир чиновников. Молодой чиновник Белогубов начинает свою служебную жизнь и быстро осваивает такие порочные черты, как взяточничество и казнократство.
Чиновник Юсов, мошенник и вор, старается теоретически обосновать свои плутовские поступки. Примером для других молодых чиновников выступают опытный чиновник и шустрый плут Вишневский. В пьесе «Доходное место» автор пытается раскрыть мир чиновников, где господствует казнократство, воровство, подхалимство, праздность и взяточничество. Все это в результате создает обстановку беззакония. В этой пьесе Островский изображает конфликт между чиновничьим миром корыстолюбия и представителем молодого поколения в образе одухотворенного и искреннего Василия Жданова. Так в пьесе положительный герой противопоставлен сторонникам старого мира. Пьеса «Доходное место» и пьеса «Горе от ума». В пьесе «Доходное место» явно чувствуется влияние пьесы Грибоедова «Горе от ума». Вишневский ведет себя как Фамусов. Его жизненные взгляды и отношения к Жданову имеют много общего с Фамусовым. Образ Юсова во многом напоминает образ Скалозуба. Юсов тоже противник образования и вольнодумства. Кроме того, герой Белогуб изображен таким же подхалимом, как Молчалин. Он ждет своего времени, когда он будет властвовать и сможет отстранить вышестоящих. Моральная стойкость Жданова помогает преодолеть все трудности. Возрождение Жданова утверждает победу добра над злыми силами. Самая знаменитая пьеса Островского – «Гроза». Самая знаменитая пьеса Островского «Гроза» является зенитом его драматургии. «Гроза» стала самым крупным общественно-литературным событием перед реформой 1861 года. Мы позже отдельно будем анализировать это выдающееся произведение. Социальная тема в пьесах Островского. В 60-70-х годах Островский создает сатирические пьесы. Он, как сторонник реалистического направления в этих пьесах, показывает действительность России в пореформенные годы. Драматург противопоставляет социальное положение двух враждебных лагерей. В одном лагере находятся главы буржуазного общества, действующие как хищники, на другой стороне их жертвы – обычные бедные люди. Социальная система получает свое развитие в таких пьесах Островского, как «На всякого мудреца довольно простоты», «Бешеные деньги», «Лес» и «Волки и овцы». Островский начал создавать свои пьесы тогда, когда зрители ожидали более серьезного отношения к драматургии после однообразия водевильных и мелодраматических представлений. Островский чувствовал, что нужно создать пьесы на национально-реалистической основе. Он в своих пьесах изображает все слои общественно-социального строя. Персонажами его пьес выступают дворяне, чиновники, купцы, разночинцы, бедные чиновники и ремесленники. В таких пьесах, как, например, «Волк и овцы», «Воевода», «Сон на Волге», драматург показывает жизнь крестьянства. Островский запечатлел значительный период общественной жизни, который охватывает 40-х по 80-е годы. Островский верил в связь настоящего с прошлым.
В его исторических пьесах он сумел создать сильные и героические характеры. Исторические пьесы драматурга представлены такими, как «Козьма Захарич Минин», «Сухорук», «Дмитрий Самозванец» и «Василий Шуйский», «Тушина» и другие. Островский за новый образ жизни. Островский всю жизнь боролся за демократизацию русской драматургии. Он через свои пьесы выступил против отжившего образа жизни, феодальной отсталости и хищности буржуазного общества. При помощи острой сатиры он обличил всех, кто старался крепко держаться за устарелые нормы, как, например, в таких пьесах, как «На всякого мудреца довольно простоты», «Горячее сердце» и так далее. Положительные герои Островского. Одновременно драматург показал положительные передовые идеи, которые все более утверждались в общественной жизни. Взгляды драматурга не были пессимистическими. Он упорно старался создать положительные образы героев и героинь с высокой нравственностью, положительными качествами, которые готовы бороться за создание жизни на справедливой основе. Тут мы можем отметить такие образы из его пьес, как Катерина и Кулагин «Гроза», Жданов «Доходное место», Милузов «Таланты и поклонники», Лариса «Беспреданница», Минин «Козьма Минин», Параша «Горячее сердце». Драматургия Островского носит социально-психологический характер. В пьесах Островского совмещаются комедия и жизненная драма. В его комедиях отрицательные персонажи разоблачаются через острую сатиру, а их жертвы проникнуты сочувствием автора. Комедийная ситуация развивается в социальную драму, и таким образом создается реальная картина действительности, как это видно в пьесах «Шутник», «Пучина», «Не было гроша, да вдруг Алтын». Драматург был против натурализма и подробного описания быта. Драматургия Островского имеет ярко выраженный социально-психологический характер. Литературные приемы в пьесах Островского. Чтобы раскрыть главные социальные явления и пороки, драматург иногда применяет прием гротеска, как, например, в пьесе «Горячее сердце». Островский иногда использует символические образы для того, чтобы раскрыть социальное и нравственное значение, как это показано в пьесе «Гроза». Безгеройность пьес Островского. Драма Островского главным образом основана на семейно-бытовой теме. Герои его пьес обычно не играют определяющую роль, поэтому некоторые критики отмечают, что его пьесы имеют характер безгеройности. В пьесе Островского часто главное место занимает женщина. Ее жизненная драма становится центром сюжета. Как настоящий реалист, он не видел идеальных героев в действительной жизни, поэтому в его пьесах мы видим практичных дельцов или безразличных циников, непристойных фигур или добродушных, наивных, слабых характеров, которые решительно не могут выступить против самодуров и деспотов. Роль женщин пьесах Островского. По этой причине в его пьесах главное внимание уделяется роли
которую играют духовно сильные женщины. Деятельность женщин в общественной жизни была ограниченной в то время. Качествами возвышающих женщин являются их способность глубоко любить и их готовность жертвовать своей жизнью ради настоящей любви. Итак, драматург сумел создать сильные образы женщин, которые готовы бороться за свои права и решать свою судьбу. В некоторых пьесах Островского есть женщины, которые могут действовать за пределами семейной жизни. Они отличаются способностью принимать активную роль в практической жизни, как, например, актриса Негина в пьесе «Таланты и поклонники», Кручинина в пьесе «Без вины виноватые». Они самостоятельные, состоятельные и одаренные личности. Искусство дает им возможность проявить свой талант. Они смогли выйти из узкого мира бытовой жизни, а также справиться с драмой своей личной жизни. Таким образом, героини вышли на большую арену внешнего мира. Пьесы «Бесприданница» и «Гроза». Самым ярким примером психологической пьесы выступает известная пьеса Островского «Бесприданница». Критики отмечали о сходстве «Бесприданницы» с «Грозой». В пьесе «Гроза» автор изображает действительность России дореформенного периода, а в «Бесприданнице» раскрывается жизнь пореформенной эпохи. В обеих пьесах в центре драмы стоят сильные женские фигуры. Обе они погибают в борьбе против отсталого феодально-буржуазного строя. Однако, также надо заметить, что социальное различие общественного уклада двух разных периодов. Лариса, героиня пьесы «Бесприданница». Героиня Лариса в пьесе «Бесприданница» – мужественная, одаренная и яркая личность. В отличие от «Грозы», в этой пьесе нет прямого конфликта между героиней и средой. Драматург раскрывает губительное влияние купеческой расчетливости в личной жизни. Героиня Лариса попадает в такую ситуацию, когда она становится объектом торга. Богатые персонажи торгуют между собой за Ларису. Паратов, которого Лариса искренне любила, оказывается беспощадным и бесчестным дельцом. Смерть Ларисы. В праздничной обстановке на фоне цыганского пения в финальной сцене происходит смерть героини. Эта концовка пьесы придает удивительный драматический эффект финальной сцене. Смерть освобождает Ларису от хищнического общества. Перед смертью она прощает всех и уходит из жизни без обиды. Она находится под влиянием христианского учения о любви и всепрощении, которые помогают ей подняться выше чувства ненависти. Новаторство Островского заключается в создании образа духовно сильной женщины с многогранными чувствами и психологической драмой. Драматургия Островского. Драматургия Островского была связана с национальным устремлением русского народа. В своих пьесах он следовал традициям русской драматургии и традициях Грибоедова, Пушкина и Гоголя. Он глубоко изучил народный фольклор и созидательно применял его в своих пьесах. В 1881 году
Развивая мысли о принципах своей драматургии, Островский писал: «История оставила названия великих и гениальных только за теми писателями, которые умели писать для всего народа, и только те произведения пережили века, которые были истинно народными у себя дома». Островский писал для театра. Театр был главным созданием литературного творчества Островского. Малый театр Москвы ставил одну за другой пьесы автора при его жизни и до сегодняшнего дня регулярно ставит его пьесы. Многие называют этот театр домом Островского. Вся литературная деятельность Островского связана с русским театром. В Москве он организовал артистический кружок, он является зачинателем общества русских драматических писателей и оперных композиторов. Островский – отец русской драматургии. Наряду с этим Островский написал доклад о развитии сценического искусства и передал этот документ правительству для всестороннего улучшения русского театра. В пьесах «Лес» и «Таланты и поклонники» драматург показал огромный талант русских актеров, а также их трудное, бедное и тяжелое положение в обществе. За его многостороннюю и упорную деятельность для улучшения русской драматургии Островского называют отцом русской драматургии. Итак, сегодня мы с вами рассмотрели творчество замечательного русского драматурга Александра Николаевича Островского. Мы узнали, что он фактически является основоположником русского национального театра. Его произведения по сей день имеют огромное значение для нашего общества. Лев Николаевич Толстой называл Островского отцом русской драматургии. Это и правда. На сегодняшний день внимание к его творчеству не уменьшается, а увеличивается. А пьесы Островского повседневно идут на сцене российских и зарубежных театров. По своему вкладу в театральный репертуар, являющийся выражением не только прошлой, но и текущей сейчас жизни, великий драматург Островский – наш современник.